Ребята, всем привет! С вами я, Дима, Кокос и канал Владелец Аквариума. Сегодня я хочу записать видео из разряда «Просто поговорим». Да, ну заодно и расскажу, может быть, что-то про аквариум. Вот. Хорошая новость. Сегодня у оманок был массовый выход личинки. Я вставлю видео. Я их уже переместил в соленую воду. Ну вот, они там все чувствуют нормально, отлично. Я очень рад этому. Вот, надеюсь, получится креветку эту, личинку поднять. Хочу передать привет в Ровно Павлу и в Белгород Андрею. Хочу передать привет. Спасибо вам, ребята, за ваши подсказки. Вот, по содержанию этой креветки. Мне очень это помогает. Ну, вот. Приятно, что есть неравнодушные люди, которые могут позвонить, подсказать и сказать: «О, ты не так делаешь, делай так, и так будет правильно». Но, к сожалению, у нас в Украине, я еще раз повторюсь, я когда пытался найти тетраселмис, выходил даже на продавцов, которые торгуют. Мне меня просто откровенно посылали. Вот. И говорили, что мы будем плодить себе конкурентов. Нет, мы тебе не продадим ничего, даже не звони. И все. В отличие от наших ребят, человек с города Воронеж, Сергей, спасибо ему, если вдруг он будет смотреть, он мне взял этот тетраселмис и прислал. Не поленился, бесплатно передал автобусом. Вот. Такое отступление. По аквариуму. Аквариум себя чувствует нормально. Вода не цветет, мути нет, все хорошо. Все живут, буцефаландры растут хорошо, листики не отмирают, анубиасы тоже себя хорошо чувствуют. В общем, все отлично. Мох растет, креветочка. Синяя креветка где-то ползает. 15 штук я запустил сюда, но я их реально вижу 2-3, и то редко. Вот сейчас одна тут где-то, вот она, да, вот одна, одну вижу, все. Вот, фильтраторы сидят, фильтруют. Было два, где-то один спрятался. Ну, надеюсь, что все нормально с ней. Вот, по... Что еще хотел сказать? Заменил я на заборе фильтра, убрал вот на сетку. Мне говорили, что коэффициент полезного действия будет меньше и так далее. Поток воды. Я сетку убрал и надел фильтрующую губку с аэрлифта. Очень классно подошла. У меня маленькие аэрлифты стояли в аквариумах, там где креветка, амана. Я их поубирал по совету Андрея. Ну вот, и вот мне пригодился наконечник с губкой. Я его прикрепил к стандартной трубке флювал 205. Все подошло. Вот, раз в неделю губку снял, отжал, обратно поставил. Вообще будет отлично. По аквариуму, по рыбам все живут, все отлично, все хорошо. Вот. По некоторым комментариям, вот мне писал там один из пользователей, гостей моего канала, что невозможно смотреть, временной промежуток, маленький, короткое видео. Ребята, кого не устраивает, кому видео короткое, не смотрите. Я вылаживаю то, что вылаживаю. Я не приукрашиваю, ничего не отнимаю, вот все как есть. Вот, поэтому
Ну, как-то так. Не нравится, значит, не ваш формат. Куча всяких аквариумных есть каналов с супер качественными видео и так далее. Ну, такие, как, допустим, у Платона. Вот. По обращению. Я всегда говорю, ребята, да, вот мне, наверное, написали тоже. Но если это кого-то задевает, я, конечно, извиняюсь. Я постараюсь обращаться как-то так, чтобы не задевать никого. Женскую половину, конечно же, я не забываю, канала, кто смотрит. Вот. Ребята, это так, ну, а я обобщаю, я обращаюсь ко всем так. Если как-то кому-то это не нравится, напишите, как обращаться, я подкорректирую это. Вот. Что еще? По стайным рыбкам очень много пишут, будешь ли ты добавлять в этот аквариум какую-то рыбу. Честно, не знаю. Не хочу здесь разводить вот эту вот белиберду, винегрет. Вот. И не хочу какую-то стайную рыбу заводить по той причине, что уже убедился неоднократно. И неоны, и всякие радостомусы, и даже самая, та самая микроразбора галактика, они все истребляют личинку креветки, личинку малька креветки. Они истребляют их. Крупная особь остается, мелочь они всю выбьют. Ну, поэтому не хочу. Здесь вот мирные рыбки, коридоросы, сиамские водорослееды, которые креветку не тревожат, не трогают, и она будет развиваться тут. Вот. По поводу того, что тут пустое место в аквариуме. Тоже писали, что аквариум большой, а половина аквариума не использована. Друзья мои, ну, это мой аквариум. Я лишь с вами советуюсь, но все равно я сделаю так, как мне нравится. И мне нравится, когда есть пространство. Не знаю, вот мне так нравится. Вот эта горка, и вот тут пространство, вода, ну, я так хочу. Вот. По новым каким-либо растениям. Новые растения, скорее всего, будут только буцефаландра, и, наверное, это уже будет по теплу весной, потому как я уже обжегся один раз на заказе Анубиаса габона. То ли он был полидариумный, то ли он перемерз, в общем, он растворился. У меня такого никогда не было, поэтому не хочу повторять печальный опыт. Вон там криптокарину я посадил одну в углу. Ну, посмотрим, разрастется она, значит, я ее трогать там не буду, пусть растет. Вот, по новым жителям. Никаких пока не планирую, ни стайных рыб, никого не добавлять. Единственное, в новом году, скорее всего, тут появятся новые креветки. Это габонские фильтраторы. Не знаю, сколько штук, насколько я смогу выделить финансов. Там 2-3 штуки, но точно решил, они будут. Вот, интересные звери. Вот, по мху на задней стенке. Середина этого мха, она не приросла, но края начали прирастать. Пока не трогаю, пусть будет так. Вот, кстати, приполз второй фильтратор. Вот, ну и что, давайте я вам покажу поближе аквариум. Вот, может быть, что-то еще буду говорить, пока буду показывать, может, вспомню. Вон наши фильтраторы сидят, работают. Кстати, вот там вот вдалеке на... Я думаю, вы... Вот, наконец-то получилось показать хоть одну из креветок, которую я заказывал. Коридорос, который кривой, вот он плавает, еще живой. Не знаю, вдруг он и нормально ему будет. Специально для Марии показываю. Вот. Оп, он убежал. Вот. Все остальные корики тоже живут. Вот. Водорослееды также. Покажу вот буцефаландры. Тоже все. В общем, вот
Так вот выглядит новый забор для внешнего фильтра. И он сделан из маленького аэрлифта. Четко, точь-в-точь подошел. Аэрлифт у нас в Украине он продается за 60 гривен. Вы у меня видели их в аквариуме. Вот. Ну и давайте я вам покажу уже закулисье, так сказать, этой тумбы. И вообще то, чем я сейчас каждый день я тут сюда ныряю, смотрю, проверяю и так далее. Итак, сейчас со штатива сниму телефон. Так. Итак, вот у нас тут родильный дом. И как можно увидеть, вот тут вот есть еще даже оставшиеся личинки. Сегодня их отсифоню тоже. Вот. Там вдалеке сидят оманки. Сейчас я их прожектором подсвечу. Вон они там сидят на камне. В общем, я отсюда убрал аэрлифт по совету Андрея. И поставил просто камень. Вот. Он мне сказал, что не надо с этим вообще заморачиваться. И как бы нужно проще отнестись к разведению оманки. Вот. А тут у меня тетраселмис в этой пятерке. И есть пару личинок тестовых я сюда закинул. Ну, посмотрим, выживут, не выживут. Я трогать не буду. Соленость воды сейчас 32. В 7-литровом, вот она основная масса, это то, что сегодня я выловил. Вот они. Прошу прощения за брызги на стекле, я не вытирал аквариумы. Вот как есть, так и показываю. Значит, тут основная масса, и есть уже три вот этих вот личинки, которые самые первые были. И если вот разглядеть, то их видно. Вот она сидит одна крупная. Вот, их буду в пресную воду скоро переводить. Вот, тут тоже я сделал плотность 32. Я убрал отсюда аэрлифт, подкинул простой камень аэрационный и все. В общем, опять же, по совету Андрея из Белгорода. Вот у него все это получается очень просто. Как он сказал, оманки плодятся нормально. И, как говорится, с успехом не поспоришь, и поэтому я буду пробовать по его методике. Плотность 30-32, соленость воды, никакой добавки массуры шримптона, только тетраселмис. Ну и в итоге посмотрим, какая будет выживаемость. Вот. В общем, ребята, вот так вот. Такое получилось видео. Показал вам снова все аквариумы, показал двухсотку и заодно с вами немножко и побеседовал. Вот. Спасибо вам за внимание. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Мне очень приятно, что вы обращаете внимание на мой канал, вы его смотрите, вам это интересно, вы не безразличны к этому, и скоро будет 1000 подписчиков. Ну, вот это просто супер. Я очень рад этому и движемся дальше. На сегодня все. Всего доброго. Пока.